В США, наконец, официально объявлена сумма штрафа, которую заплатит американским властям французский банк BNP Paribas. После долгих торгов с Вашингтоном, участие в которых принял даже президент Франсуа Олланд, кредитное учреждение согласилось выплатить 8,83 миллиарда долларов. Это почти вся доналоговая прибыль банка за прошлый год. Кроме того, BNP в течение года запретят осуществлять некоторые транзакции в долларах. Итог этого дела должен стать свидетельством любому учреждению, где угодно в мире. Мы не будем терпеть нелегальное ведение бизнеса в США. Как только мы обнаружим такие факты, наказание последует по всей строгости закона. Нелегальным бизнесом власти США сочли транзакции БНП со структурами в Иране, Судане и на Кубе, что стало нарушением санкций в отношении этих стран, наложенных американским правительством. Представители банка признали один случай подделки отчета о транзакциях, а также факт преступного сговора. Уволены будут 13 причастных к операциям сотрудников. В прессе появились сообщения, что США могут наказать и два других французских банка – Société Générale и Crédit Agricole, а также немецкий Commerzbank и итальянский Unicredit – за то, что те, как и БНП, осуществляли операции со странами, в отношении которых действует американское экономическое эмбарго.